Здрасте. Здравствуй. Съемка видео запрещена. В смысле? А? Я не знаю. Ты не знаешь? Да. Всем привет всем. Сегодня... Сегодня неоднозначно просто игра. Один период. Одинной шквал. Короче, ребятки, туда. Ну, за вас играет. Это же мое очко. И неоднозначно. Играем Beyblade X. А распаковывать будем Beyblade Burst. Хорошо, давайте, погнали. 3, 2, 1. Сейчас распаковываем. Там, короче, кучка каких-то такаровских бэев, Почта России прям. Дядя Андрюшка не жалеет упаковку. Почта России. Почта России. Прям русская почта. А где бы как-то ее открыть, не хочется коробку сломать. Спасибо вам, Москва тигра. Она на клею, вон в чем прикольно. А, понятно. То есть ее аккуратно не получится, кажется. Ну ладно. Открываем тогда, как получается. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. И получаем черный пакет. Все, берем пакет и бежим. На этом завершаем видео. Так, давайте как черный ящик. Просто рандомно. Вытягиваем оттуда бэй. Сегодня чисто обзорчик. Первый. Кто там? Это там будет у нас еще. Ладно, подсказка. А. Кто такой красный может быть? World Surprise. Ладно, это Гиперион. Короче, первый супер Гиперион от токарки. Ну, они все от токарки, вот, судя по вообще отзыву, это как бы человек, у которого купил. Вот такой вот резиновый кончик. Вау, это драйвер был, но он был полностью пластиковый у нас. Вот, Гипериончик сам. Красивый такой. Да, и он резиновый. Вот такой вот, да. Ох, вон бабах. Следующий. Тот самый. Кто? Лангинус. Лангинус. Только вот такой. Там, а там, кстати, несколько лангинусов, да, было, да, поэтому не три, надо было уточнять. Да, три штуки было. Дестройчик, кстати, экс и этот. Экстрим. Экстрим, экстрим. Красивый. Рейдж Лонгинус. Вот такой вот. Он похож на, у него на груду. Дальше кто? Сезон. Хабирон. По ощущениям. Нет. В рук сезон. А, еще один гилти. Лонгинус гилти. А, гилти это этот. Да. Дальше кто? Это я. Может быть, это там Лонгинус? Может быть, Роктовор? Да, навряд ли. Кербиус. Ну кто там? Кто еще там может быть вообще? Сезон, я по ощущениям. Я сам не расщупал пока. Не скажу, так неинтересно. Нет. А, опять Лонгинус. Трипл кирпус. Окей. Все, Лонгинус точно закончился теперь. Это четвертый, это пятый, это шестой. Угонешь, если это реально Лонгинус еще один. Шестой? Ладно, это не World. Это Гиперион, короче. Еще один. Шестого сезона. Да. Гиперион уже шестого. Ну, по сути, седьмого даже сезона, если так взять. Ну, особенность такая вот. Сюрикенчик у него тут. Почему-то пятый, как будто бы сильнее. Следующий. Что? Солиней. Ну, World это. Ладно. Еще один World, я думаю, лишний не будет. Здесь, кстати говоря, почему-то вот... Резина, кстати, выше находится, а этот, углублен пластик. А, не знаю почему. У меня вот такаровский тоже есть, у него как бы это наоборот идет. А, ну следующий, кто там еще остался? Если вспомнишь, кто там еще из Б были. Там прямо красиво был. Ашура. Шашура. Ашура там не было. А, это Феникс. А я, кстати, не подумал. Я что-то, мелкий слишком. Во, рамку нашел. Мертвый Феникс. Вот его, кстати, не было. У меня ревайв уже был. И это. И у него атомик. Кстати, один из таких вообще самых востребованных раньше драйвер был. Атомик? Да, Атомик. Был у Вайверна во втором сезоне и также у этого Феникса. Это да. Так и запишем. Точно. Вот такой вот совет. А все пускал какую-то другую положил. Здесь дубашку там положил? Да, дубашку положил. Вот тут два пускача, ребят. Два пускача. Я в шоке. А он один там фоткал. Хоба! Это у нас Дрэгон, но уже пятого сезона. У меня шестого сезона был там, прошлый как бы этого. И все, о, все. Антон, что это? У него с крыльями тут что-то. Это мало чего осталось, давайте так, самое. Ага, у него крылья вот эти пружинят, короче. О, LG еще один. Куда нам еще один девать, не знаю. Короче. От этого, от Венома. Ага. И Веном. О, Веном Диаболос и Эрес Диаболос. Теперь у нас обе стороны есть. Вау. Красавец какой. Прекрасно. Кстати, да. Просто живем. А чего с этими крыльями? Радуемся. Они двигаться должны. Че, давайте следующий. Так кто? Флэйр Драгон. Ну теперь, нет, подожди, у нас, у нас вообще два остается этот. Лонгинус остается и Геркулес. Кто из них? Геркулес. Геркулес. Арчевый Геркулес. Двигаются, кстати, эти штуки.
Вообще один из самых таких мощных раньше бэев, который читерский считался. И, кстати, диск вот 13, который я в жизни никогда не видел. Я, кстати, ну, в жизни никогда не видел его, вот, по-моему, вживую. А, нет, видел одного вот пацана, он в школе был, один пацан. А вот с этими часами, они должны назад как-то? Или вот так? Или... Знает. Ну и последний. Вот такой вот. С тобой каждый день. Толка. Вот такой вот. Это у нас Мираж. Ой, нет, не Мираж, подожди, как он. Ваниш Лонгинус. Слой от Фафнира, а чип от Лонгинуса. Это, о, а это у нас драйвер, знаете от кого? Левосторонний, сейчас тоже черный. Бахамут. Бахамут, точно. Во, это от Бахамута, короче, последнего сезона. Андрюшки сидит букашка. Какая? Здесь она не одна? Поменяю их просто местами. Вот так вот. Интересно, такой вот у нас набойчик бэев. Есть еще один такаровский пускач. И еще один пускач, который, вот я так понимаю, Феникса. У Феникса раньше такой шоу, по-моему. Да. Или нет? Или, да. Или четвертый сезон у кого-то. Это не вывозит. Ну что, давайте до трех очков. Давай. Три, два, один. Ля пушка. Я уже мог поиграть, особо не получится. Но... Вот, оказалось, еще один пускач на положили. Просто взорвался. 2-0. Ну вот. Где у тебя эта пауза вообще идеально подходит? Печально. Он ну, здесь да. Прям заниженный прям сильно. Два, один. Вперед! Виновный апперкот, давай! Империал. Что-то там, квадрот. Чего мы там про них? Ну он жесткий. Он массивный. Он офигенный. Не, Лонгинус прям бомба выглядит. Да. Ну. Такой осветкий. Бело-красный. Он слабо запускает. Нет, он слабо запускает. Ну, это ставь еще пускач. Ставь их, поэтому до. Что ты хочешь. Он под такие веса тоже не рассчитан сам. Кстати, до. Три, два, один, четыре. Последний только будет. Я хочу серьезно прям поиграть дракоши. Он чуется мне будет интереснее, если полную силу его запустить. Сейчас он слабый. Такой. Ну да. Все больше для коллекции. То если на улице у нас пару битв и все. И у нас бои ушатаны. Это все же не так. Кстати, да. А вот кстати, вот? У него вроде бы одно крыло резиновое, а другое не резиновое. Ну да, да, так и есть. Ты опять приехал. Ты только есть. Оно не металлическое. Вообще-то я тебе давно еще говорю, что я приезжал. А, сейчас да, слушал. Металлическое. Это 19. Прикол. Интересно, как тебе сейчас здесь. Дракоша самый крутой. Все, ничего не говори. Вот, короче, по сути, этот бой у нас уже был, только вот, без тебя скучно. Как бы, деталек вот таких не было. Спиралька была, но не дэш-пружина. И вот диска его нового не было. Так, здесь у нас вот, кроме диска, все. Армию побежишь, Андрей. Новое. Здравствуй, не было. Так вот, АМАС. Вот так вот, полный дэш сделаем позже. Что? Чтобы закончилось. Заканчиваем видос. Надо на чем-то его закончить. И, короче, такое видео было сегодня с распаковочкой. И всем скоро. И дракошей. Все, дракоша кому-то душу запал. Всем до скорого, всем удачи. И всем пока. Точно, мы еще. Кстати, фоточек еще можно много наделать с тем.